сейчас я покажу, как связывать этот сноп на клушине прямо с самим камышом. Сам камыш используется для того, чтобы связать сноп камыша. Берем вот сколько помещается в кисть руки пучок камыша и просовываем его под сноп. Вот так вот, примерно на метр. Вот так сжимаем. Перекручиваем. Все. Сноп сжимается. А вот теперь делаем так. Вот этот конец нам надо засунуть прямо в этот виток. Поэтому мы его сгибаем и просовываем вот сюда. Что это нам дает? Здесь образуется петля, которая не распутается. Аналогично и второй конец. Вот так. Все, сноп связан. Достаточно крепко.